Отопительный сезон в Новосибирске официально начнут на этой неделе. Подготовка к нему сейчас идет полным ходом. Некоторые дома и учреждения уже подключили к системе теплоснабжения. По заявке тепло подано сегодня на 319 объектов. Это 52 школы, детские сады 156, лечебные учреждения 58, социальные объекты 21, ну и прочие учреждения. Планируем в связи с понижением температуры перейти к подаче, планомерной подаче тепла в теплосеть уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать. Уже завтра синоптики прогнозируют похолодание. Температура днем будет плюс 16 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 8. В остальные дни этой недели днем ожидается около 10 градусов тепла, пойдут дожди. Напомним, что синоптики предсказали новосибирскую раннюю зиму. Снег может выпасть в конце второй декады октября, а в последних числах месяца по предварительным прогнозам установятся отрицательные температуры. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.